Национальном молодежном театре имени Мустая Карима завершилась церемония награждения победителей международного конкурса журналистов «Золотой Курай». На него поступило свыше 100 работ представителей СМИ. Свои материалы прислали авторы из Чехии, Канады, Турции, Азербайджана и десятка российских регионов. Конкурс проводился по 7 номинациям. Жюри возглавил председатель Союза журналистов России Владимир Соловьев. Организаторами выступили правительство Башкортостана и фонд имени Мустая Карима. Одна из лауреатов конкурса Фарида Самирханова победила в номинации «Гениями любовался». Для Башкортостана это большой год, столетие республики и столетие Мустая Карима. Я еще в прошлом году начала об этом думать, и я решила как-то для себя отметить эти даты. И я подала 5 своих статей на конкурс «Золотой Курай». Журналистский конкурс посвящен столетию со дня рождения Мустая Карима. Сегодня в рамках мероприятия председатель Союза журналистов России Владимир Соловьев возложил цветы к памятнику народному поэту. Также он посетил фотовыставку. Ее автор Вячеслав Стрижевский фотографировал Мустая Карима на протяжении полувека. Вообще удивительная, конечно, история. Оказалось, что здесь он познакомился со своей супругой, они жили в этом доме. Думал ли он когда-нибудь, что вот в таком виде будет на этой улице стоять. Так что все это очень важно для сохранения исторической памяти. И я хочу всех поздравить со столетием Мустая Карима.